тут происходит? Что это? Здесь что-то не так. Что тут происходит? Давай, Флис, соберись. Слишком странно.
Брэд. Эй, Брэд. Что? Что с тобой? Ты что делаешь? Хватит! Стой! Брэд, стой! Какого хрена? Стой! Правильно поступил. Или он, или мы. Устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... Эти парни слишком много себе позволяют. Но вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Алекс!
издевается. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю кто, но они надо мной издеваются. Не слишком-то он следовал собственным запретам. Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Так. И как мне открыть эту сраную дверь?
уже! Пожалуйста! Это я! Посмотри! Это Флис! Ты видишь, это Флис! Господи, как ты меня напугал! Ладно, пойдем дальше. Найдем остальных. Нужно укрыться. Здесь безопасно? Сойдет, наверное. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Без подсказки? Вы полагаете, что вам хватит тех сведений, которые вы нашли сами? Что ж, удачи. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим.